Всем привет и рад вас видеть на канале. Сегодня нас ожидает заключительное видео о переходе с Китая на Бразилию. Мы будем заходить в порт под погрузку. Ну и будем ждать сменщика с этого порта. Я надеюсь, уеду домой, если все пойдет по плану. Ну, а дальше переходим к месту событий. Ну вот, снова на мостике. Новая дневная вахта, новый день. Несколько дней назад мы оставили позади Южную Африку. Прошли мыс Доброй Надежды. Сейчас пересекаем Атлантический океан. Нам осталось несколько дней хода до порта Асу, недалеко от Рио-де-Жанейро. Уже начинаем откатывать балласт из шестого трюма. Погода прекрасная, он нам больше не понадобится. Сводки тоже хорошие. Посмотрите, какая красота. Кто не помнит из прошлого видео, мы приводим в порядок надстройку. Судовые палубы. Вот уже покрасили верхние палубы. Вентиляционные грибки, шлюпочные палубы. Просто глаз радуется. Пойдем посмотрим, что у нас слева. Должно уже все высохнуть. Ну да. Как раз все сложилось. Прекрасная погода. Можно будет записать красивое видео. Но еще фронт работ, проход огромный. Красим кормовую часть, ржавеет нос. И так по кругу. Ну вот мы и на месте. Чудеса монтажа. Уже на якорной стоянке, недалеко от порта. Бросили якорь ночью. Не на моей вахте. Я этим моментом воспользовался и выспался перед маневрами. На горизонте виднеется порт. Ну, последние проверки. Подготовили мост. Оставляем капитана. И идем поднимать якорь. Сливаем пресную воду. Немножко не рассчитали. Перебрали несколько кубов. И нужно освободить немножко места для груза. Наша бравая палубная команда уже ожидает меня. Боцман и матросы уже подготовили все к поднятию якоря. Ну, вот мы и тут. Ждем указания капитана. Будем начинать. Так. Хочу посмотреть на их счастливые лица. Они тоже едут домой. Этот день настал. Красавчики. Ну вот, начали уже выбирать якорь. Так, главное, телефон не уронить. Процесс это не быстрый. Уже прошло минут 20. Вот осталось еще две смычки. Это около 55 метров цепи. И мы увидим якорь. Так, сейчас нужно проверить направление и натяжение якоря цепи. Ну вот, он якорь. Чистый, вроде ничего не зацепили. Сейчас доложимся капитану и будем крепить. Ну вот, левый якорь закреплен. Сняли черный шар якорный и идем обратно. Что-то солнце уже припекло, довольно жарко, обгораешь очень быстро, уже шея чешется. Подготовили уже трап с левого борта. Посидим в теньке. Вон уже подходит лоцманский катер. Ребята веселые, улыбаются, настроение приподнятое. Оно и понятно, они уже больше 9 месяцев на борту.
Контракты у них намного длиннее, чем у нас. Хотя и у нас уже 7,5. Интересно, когда мы вернемся уже к нормальному образу жизни с этой эпидемией. Ну вот, практически подошел уже вплотную к борту лоцманский катер. Главное сейчас без происшествий. Это всегда очень опасный момент, но я увидел там молодой лоцман, бразильский, натренированный, думаю, осилит. Вот, когда поднимается старенький дедушка в Азии, или, упаси боже, лоцман в Суэцком канале, я думаю, кто знает, тот поймет. Вот, но уже видна голова, все обошлось без происшествий, пока. Сейчас его нужно будет провести на мостик и пойдем обратно на швартовую станцию, на бак судна. Ну все, идем обратно. Лоцман подтвердил, будем становиться мы к причалу правым бортом. Поэтому пока у нас есть время, пользуемся и крепим левый трап. Вон вдали уже видны буксиры. Буксиры большие, мощные, океанские. Но по их количеству ожидаем мы 5 штук. Швартовка будет не из легких и не из быстрых. Ну, понемногу крепим один за одним. Тут очень сильные течения. Заходит еще океанская зыбь. Safety first. Так, пароход уже развернули. Процесс это не быстрый, прошел уже 45 минут. Понемножечку нас подталкивают к причалу. Уже приготовили все швартовые канаты. Уже кинули выброску на причал. И начинаем швартовку. Сейчас будем подавать 2 шпринга, чтобы удержать судно на месте, в позиции, сильные течения. Шаг за шагом. Процесс это долгий, тяжелый. Закончили со шпрингами. Сейчас подаем следующие 2 прижимных. Они, конечно, по идее должны быть перпендикулярно судну. Но есть как есть. Последние подаем 4 продольных. Отдаем буксир. И любуемся проделанной работой. Сейчас будем уже готовить и опускать трап на причал. Ждать властей и гостей. И пока вся техника занята погрузкой соседнего судна, мы воспользуемся случаем, минутной передышкой. Поднимемся наверх, выпьем кофе с печенькой, посмотрим на порт и будем ждать новостей. Вышли мы уже на ночную вахту, солнце село, луна в небе, а у нас пока без изменений. Все трюмы открыты, ждем инспектора, должны проверить все наши трюма, хотя грузим мы грязный груз, но процедура это необходимая. Судно справа уже практически закончили, потом, наверное, возьмутся за нас. Обещают они нас закончить за 23 часа, погрузить 178 тысяч угля за 23 часа. Ну, а на этом видео подходит к концу. В следующем эпизоде мы уже будем, наверное, делать выпуск о списании судна и дороге домой. Надеюсь, получится снять интересные кадры в Бразилии. Хоть времени будет не очень много, мы практически с парохода сразу едем в аэропорт. Надеюсь, конечно, хотя бы
на ночевку в гостинице, но это уже будет зависеть от расписания, билетов, которых у нас еще нет на руках. А для тех, кто осилил это видео практически до конца, бонусный таймлапс захода в порт. И если видео вам понравилось и было интересно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, если вам интересна морская тематика и вы еще этого не сделали. А с вами я прощаюсь, желаю всего наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.